В этом же бою пал смертью героя за свободу Испании отец Владимира. Варька моя милая, если хватит сил, расскажи Володе сама. Если не хватит, дождись меня, папа. Это доктринерство, а не наука. А я читал, что у китайцев 500 пульсов. Попробуй изучи. А что? Изучу. Гений. Братцы, 3, 4. Тихо, спят. Будь здоров. До завтра. Привет. Я должна сказать тебе очень важную вещь. Я. Завтра в кино пойдем? Пойдем. Это Мадрид 1936 года. Героический город, истекающий кровью в неравной борьбе с фашизмом. Зверские дела фашизма. Не забывайте этого никогда. Плечом к плечу с республиканцами встали десятки тысяч добровольцев, интернациональных бойцов антифашистов. Несется клич «Но пасаран!» «Но пасаран!» Фашизм не пройдет. Чего ты? Не смей реветь. Чего ты ревешь, Варька? Если бы хоть раз я там увидела папу, хоть один разочек. Мой папа тоже там, но я не реву же. Перестань, слышишь? Варька, перестань, ну, ну идем. Варю, ну пошли, Варь, пойдем, пойдем. Остановись! Смирно? Володя, как ты думаешь, фашисты победят? Архиглупое предположение. Свободу победить нельзя. Да. Идем. Очень много людей гибнет в Испании. И таких людей. Дурно то, что в тебе совершенно отсутствует умение анализировать. Вот скажи, для чего живет человек?
Ох, Володя. Я 100 лет, Володя. Ну, ты отвечай. Ну, вот, вот, корова. Ну, брат, тут все элементарно. Корова элементарна. Ну, а человек? Для чего существует? Во имя чего умирает? Ну, все, моргаешь? Человек живет для искусства. Ну, по-моему. Я лично, я как индивидуум. Индивидуум. Это вот то, что ты бегаешь в клуб на репетиции, да строишь рожи перед зеркалом, вот для этого живет человек. И вечный бой. Покой нам только снится. А чьи это стихи? Пора знать, Блок. А мы это не проходили. Ёлки-табуретки, слазь отсюда! Лапшон! Твои годы, Герцен, ну, я знаешь. Же не Герцен, Володечка. Я Степанова, и ты ко мне хорошо относишься. О! Смотри. Вот это да. Что? Слушай, недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение. Слышь, а он отвечает. Угодничество. Кто он? Кто? Карл Маркс. Ты понимаешь, тут анкета, а он отвечает на вопрос. Вроде как на исповедь. Поэтому и называется так. Исповедь Маркса. Смотри, шо. Давай, занимайся. Ваша отличительная черта. Единство цели. Колоссально. Единство цели. Здорово. Великой актрисой. Я с тобой как с человеком, а ты... Ну, например, такой, как Любовь Орлова. Ладно, вот ты лучше слушай. Ваше представление о счастье. А что бы вы ответили Степанову, Варвара? Ну? Взаимная любовь. Борьба. Борьба? Колоссально. Борьба. Степанова Варвара. А что ты теперь с ним ревешь, а? Что-нибудь случилось? Нет. Ну, просто это слабость. А в женщине, между прочим, надо ценить слабость. Ну да, ты скажешь. Да это не я, а Марк сказал. Вот. Да. Что вы цените в мужчине? Силу. А в женщине слабость. Съел? Сильный Володя Устименко. А вот теперь целуй мне руку. Это еще почему? Почему? А потому что мы, женщины, вас, мужчин, родили. О. Держи меня крепче, не бойся. Я бы и скользнул. Когда он приехал? Утром, московский. А письмо привез? Какое? Какое, от моего отца. Не знаю, Володечка. Идет. Прямо из клиники вытащил. Видал, вымахал-то какой. И на батю похож стал. Правда, Варюха? Садись, гостем будешь. Ой, а я не заметил. Поешь, Володечка. Ты же, наверное, не обедал. Значит так, врачом будешь? Вроде, наведен. И хирург при том. А что, она за тебя всегда отвечает? Угу. А это когда ей позволяют ее умственные возможности? Внучка, пойдем. Варя, ты куда это? Останься. Подойди поближе. Ну?
Послушай, Владимир, будь мужчиной. Большое горе привез я тебе. Смертью героя за свободу и счастье человечества в боях за город Мадрид погиб твой отец и мой старый товарищ. Был я в ту пору в Мадриде, шел за гробом, и вместе со мной шли тысячи испанцев. Хоронили русского летчика-коммуниста Альвареса. Это не так Афанасия звали. Сестра? Нет. Уведи деда, сидит, смотрит, неловко даже. Это лошадей уводят, дурак. Ну вот что. Ребята, я сейчас приведу моего Папахина, и он вам кое-что расскажет о себе. Валька! Ребята очень просят, чтобы ты рассказал им. О чем? Ну, ты сражался в Мадриде, рисковал жизнью, орденоносец. Уходи. Вот, но там сам Мишка Шервуд, Ираида. Какая Ираида там? Ну, дочь нашего ректора. На родственник выехать хочешь? Уходи. Но мне это очень важно. Уходи прочь, свистун! Твердокаменник. Как же мне теперь жить, Родион Михайлович? Одному жить нельзя. Приезжай в общежитие к ребятам. С ними подымешь горе. Ты ведь теперь сирота. Володя, я у тебя есть. И, ну и другие некоторые. Спасибо. И когда оборвутся все нитки, и я лягу на мраморный стол, будьте бережны, не уроните, тум, мое сердце на каменный пол. Дайте же заниматься. Не уроните мое. Прекратите концерт. Каменный пол. Поют всякую ерунду. Это не ерунда. Слова патологоанатома Гаршина. А музыка моя. А может ему крепкого чаю дать? Он совсем прокис. Не надо. Давай, поехали по билетам. Давай. Черепно-мозговая топография, схема Кронлейна. Ну-ну. Ну мы же с тобой только что говорили. Как горохом об стенку. Да. Разрешайте войти. Входите. Артистка пришла. Круп. Женька, тебе поесть принесла. Давай, Женя, нажимай. Крепи свои угасающие силы. Уберите. Да нет, что вы. Уберите, ребята, здесь же много. Берите. Варя, берите, да, берите. Варя, ты заставь его поднатужиться. Да. Ему некогда было учиться. Он 1-5 лет редактировал стенгазету «Пульс». Да-да, и не только редактировал, но писал за всех вас заметки. Это ты расскажешь своим больным. Давай, пожалуйста. Схема Кронлейна. Опять?
Во, послал мне Бог ученика. Ну, Женечка. Женечка, я в их группе, и они обязаны нести за меня ответственность. О, вы слышали, мы еще кому-то обязаны, а? Да пойми ты, лошадь, я вожусь с тобой ради твоего отца. А не ради нее, а? Ты очень красивый. Ну, ладно, Варя. Я пошла. Варька! Садись. Ну, слушай, последний раз. Схема Кронлейна. Вот, да, Варя, сиди. Это козелок или трагикус? Ну, подожди, не крутись. Антитрагикус. Угу. Да? Да, ну, вот в конце концов, я вам не череп. В конце концов, мы все черепа. А я пошла, до свидания. Погоди, мы тебя проводим. И ну, я пойду, пора. Куда? Ночь до экзамена, куда ты? Иди вот. Хочешь, ложись в уголок, отдохни, тебе пожалуйста. Тебе нельзя ходить. Ты растрясешь все свои знания. Они могут из тебя выплеснуться. Давай, давай. Чего иди, ты иди, иди. Через несколько дней ты или врач, или никто. Это же не серьезно. Мы же взрослые люди. Хочется. А мы пойдем глотнем кислорода. Какой обед нам подавали, каким вином нас угощали. Уж я его пила, пила, и до того теперь дошла, что просто готова, готова, готова. Об этом ни слова. Молчи, молчи. Может, ты все-таки меня поздравишь? С сегодняшнего дня я врач, деревенский доктор. А эти маленькие? Ну, напряги свою умственную силёнку. Ну, догадайся, Степан. 36. Доктор, милый мой! Мой совет до обручения, не целуй его. Или вы уже, можно сказать, обручились? Ну? Жених и невеста, а в будущем, молодожены. Знаете, за что мы выпьем? Мы выпьем за то, чтобы мой наставник, а твой будущий супруг, когда станет большим начальником, не забыл нашу малость, то есть меня, рядового доктора. А как же мы тебе поможем из деревни-то? Уже нет никакой деревни, дурачки. Ты, Володька, можешь забодать твои сапоги, и на эти деньги ты, балда, купишь ей недорогую, недорогую фату. Вот, читай. Бумажечка с печаточкой в отдел кадров. Грандиозно. Ты будешь ординатором нашей городской больницы. Ты умненький, а я хитренький. Посмотри на этого сумасшедшего. Кто тебе позволил спекулировать именем моего отца? Как ты? Мальчики, тише. А ты не вяжись. Я, понимаешь, стараюсь, бегаю по начальству, а он... Ты артистка будущая, а в его деревне нет ни театра, ни клуба. Ты боевая подруга, представляешь, что такое деревня? Как они выглядят, эти загребухи? Будут выглядеть лучше. Да. Агаша! 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 Она бы тебе рассказала. Пуп земли, эгоист, притворяется идейным врачом, а жизнь его любимой, ее счастье, ее стремление к этому, к творчеству, и что? Я должен, я обязан ехать. Да тебя же никто не заставляет, карась-идеалист! Моего отца никто не заставлял ехать в Испанию и умереть. Володечка... Действительно, ты должен понять меня. Ведь Испания совсем другое дело. Другое? Верни его, Валька! Папахин не простит. Эх, тоже герой нашего времени. Володечка, ну перестань. Ну просто ты меня не так понял. Отлично понял. Огни, цветы, слава. Да ну ты так говоришь просто потому, что я сейчас с тобой не еду. Обойдусь. Ох, обойдешься?
Ты эгоист. Женька прав, ты эгоист. Так, значит, предала меня. Ну что ж, предавайте, продавайте. Ты не смеешь! Володька, ты не смеешь! Смею, потому что я любил тебя. Володя! Владимир! Слышал о тебе. Молодец. Итак, прямо с корабля на бал. Из этой, как ее, Заверухи или Затерухи на Берлин, а? До Берлина еще далеко. Ты думаешь? Ну-ну, побольше бодрости, старик. Вон стоит мое начальство, мой патрон. Капризный черт. Но в почете, в большом почете. Это твой. Нет, маневровый. Бери. Ладно, тебя ждут. Ну, давай же лапу, деревенский доктор. Когда судьба нам помирится. Кто знает, встретимся ли еще. Война, брат. Осторожно. Кто ты? Салют! Тут недалеко. Санитар. Брось. Не надрывайся. Все равно. Экситус. Чего ты сказал? Да это латынь, браток. А ты откуда латынь знаешь? С третьего курса я медик. Плохо же вас учили, если ты сразу о смерти думаешь. Владимир Афанасьевич. Ну, да. Вас начальство требует. Начальство? Начальство, естественно. Ой, сейчас. Вы что же, опять ходили на передний край? Да, ходил. Вас просто убьют. Глупо. На войне случается, убивают. Военврач Тименко по вашему приказанию. Прием. Прибыли. Надеюсь, вы согласны, что наша профессия имеет нравственную основу.
Вы согласны? Разумеется. Даже разумеется. Так как же вы, военврач Устеменко, могли проспать в такое время до 12 часов пополудни? Объяснитесь. Виноват. И на кого вы похожи? Можно подумать, что вы в атаку ходили. Молчите. Нечего говорить. Осторожнее и раздавите котенка. Какой пример вы подаете вашим подчиненным своим поведением и внешним видом? И как вы могли решиться проспать столько времени? Я не решался. Я нечаянно. Нечаянно. Взгляни, Зиночка, на этого нечаянно. Мне кажется, Ашхен, что военврача Устеменко следует примерно наказать. И вообще их поколение не слишком... Чем, товарищ военврач, вас не устраивает наше поколение? Владимир Афанасьевич не виноват. Он только утром лег спать. А, здесь эти подробности никого не интересуют. Вы меня не так поняли, Зинаида Михайловна. Я сам умею говорить. Простите. Так вот, я занимался делом, не менее важным, чем кормление котят. Что? Что вы сказали? Успокойся, Ашхен. Иди, Зинаида Михайловна. Иди. Иди. Военврач Вересова тоже можете идти. Нахал, мальчишка. Как вы могли сказать эти ужасные слова? Как у вас язык повернулся? Человек потерял всех в этой войне. Одна, как перст. А вы? А вы знаете ее жизнь? Из Сорбонны она поехала в Саранский уезд, в глушь, где был сплошной сифилис и трахома. Урядник говорил ей, ты, потому что... Вы знаете, кто такой урядник? Урядник говорил ей, ты, потому что она была под надзором полиции. У Зиночки не было дров, чтобы истопить холодную избу. И все-таки она добилась своего! Она выгнала оттуда эти страшные болезни! Мы тоже кое-что делали. Она любила кого-нибудь, когда поехала? Любила? Причем здесь любовь? Она победила косность и невежество. Вы опять лазили на передний край? Ну, садитесь. Сядьте! Кормить котят. Всю жизнь, Зиночка, там, где опаснее всего. В 19-м она вступила в партию. Мы с ней поехали врачами на бронепоезде. Смерть дорога. Ешьте, потом будет некогда. Отвратительно выглядите. Ну, мажьте маслом выше. Ну, толще, гуще, ну. Спасибо, я не хочу. Обиделся. Я вам расскажу один секрет. Старшина Забыл, которого мы с вами оперировали, назвал меня Баба Яга за то, что я запретила ему курить. И действительно, во мне что-то такое есть. И возим, и возим. Сколько и нынче поживы, а? Медицина? Кому? Кому, кому? Известно кому. Смертяшкиной. Ну ты эти разговорчики брось. Сегодня Смертяшкиной, а завтра России конец. Вот знать тебя куда следовать. Ты что? А вот и то. Ишь ты. Каховка, каховка, родная винтовка. Бараковой выступили. Чем это вы так недовольны, Устеменко? Честно говоря, Ашхен Афанасьевна, боюсь, что этот красноармеец... Боюсь? Это не слово мужа, Володечка. Это слово ребенка. Деточка, здесь мы с вами не имеем права бояться и звать на помощь. Вам снится, что вы летаете? Бывает. Это от того, что вы растете. Мальчикам часто снятся такие сны.
Даже если они запускают вот это. Что? Усишки. А усы вам идут? Спасибо. Так, кстати, я слышала, как наша баба-яга назвала вас будущим светилом. Да ну. А это вас не интересует? Интересует, но академик из меня не выйдет. Ну, так это смотря, в какие руки вы попадете, товарищ светило. Зигайль, Зигайль, Зигайль. Ахтунг, форвардс. Только смотри, чтобы он не упал. Aber da sind doch die russischen Panzer. А с головой у меня все в порядке, а? Память не потеряю. Все в порядке. Понимаете, боюсь понадобиться. Все-таки хочу институт закончить. А что это такое, товарищ Вайнрайзе? Что? Вы только что были с усами. Ну? С усами, а теперь... Нет, я брежу. Память откажет, я чайник. Цела твоя голова. Москау, Нида. Нах Москау! Эх, киндер, киндер. Ну, что? Давал вам такого борща Гитлер? Гитлер капут. Данко шин. Гитлер капут. То-то. Знает службу, хотя и такие малые. А ну давай, на двоих. Я же говорил, надо подождать, пока он покрышки сменит. Да согласись, сердитый Волочка, что это еще целый час. А нас наверняка уже радио не ждут. Ну, а теперь мы вообще заблудимся. А что? Еще далеко? Мы же опаздываем. Зиночка! Ты лежишь? Лежу, лежу. Вы когда-нибудь извинитесь перед ней за котят? Мы поколение невежливых. Мы поколение упрямых, самонадеянных мальчишек. Двинемся вперед. Короткими перебежками. Сина! Послушай, ты фашист! Черт, перестань! Мы и так опоздаем. Ашхен. Отдохните. Ничего, переждем. Довольно пережидать. Раненый.
Я береза. Я береза. Я береза. Я береза. Я береза. Слушаю. Похоронили порядок. Чин-чинарем. Моральная? Сами про политику моральная знаем. Вот и все их наследство. Куда теперь отправлять? Некуда. У них нет ни души. А в вещах ничего не нашли? Нет. Может, письмо? Нет, ничего. Адрес какой-нибудь? А это что? Что? Рекомендация. Я Бакунина Зинаида Михайловна, член ВКПБ с 1919 года. Знаю майора медицинской службы Устюмен. Это вас, как прекрасного представителя поколения советских медиков. Так значит, вы помирились? Да. Прекрати. Так рассыхается. Владимир Иванович! Поздравляю! Вам присвоено звание подполковника медицинской службы. И вы теперь у нас, так сказать, ведущий хирург. Вот телефонограмма. Товарищ Вересов. Да? Здесь все-таки медсанбат, а не танцевальный вечер. Для кого это вы краситесь? Для вас. Разрешите, товарищ военврач? Да. Вот прибилась к нам. Русская. Мамку с временно оккупированной территории сюда угнали. Померла. А эту... Это на хуторе работала. Намучилась. Ну, как тебя зовут? Анхин. Я офицер. Гер офицера. Товарищ офицер, и зовут тебя Аня. Анна, ты же русская. Русиш. Анни, ну, мы забин цвенцей. Ну, иди сюда. Ну, иди, иди, не бойся. Били, наверное, сильно. Кулачи. Анна. Что ты? Анна. Ты пока останешься у нас, ладно? Данки себе. Ну вот. И будешь раненым помогать. Не смей. Ты же советская девочка. Что ты на меня смотришь? Оформи ее. Как вольнонаемный. Слушаюсь. А ты отвыкай. Товарищ подполковник, я давеча для Зинаиды Михайловны, для покойницы, собачонку подобрал. Можно им отдать? Отдайте. Слушаюсь. Кучу-кучу-кучу. Бери, Анют, на разжил. Стой. Держи еще. Это женщина, проникающее ранение черепа. Готовьте. Что же он? Академик? Почему, товарищ подполковник,
академик. Нормально военврач. Вези, говорит, Кустеменко. Вези медсамбат. В чем же дело? Не могу знать, товарищ подполковник. А может быть, он по ранениям головой специалист? А? Так я же вам разъясняю, товарищ подполковник. Обыкновенно, как на фронте. Хирург, он и есть хирург. Ведь хочешь голова, хочешь нога, хочешь еще что там. Ну, ладно. Пойди, погляди. Даже его я ждать не люблю. Свет. Дайте свет. Деточка, мы здесь с вами не имеем права бояться и звать на помощь. Тяжелый, конечно, случай. Да это я без тебя знаю. Ну, а врач-то он толковый. Кто? Ну, этот, Устеменко. Так ведь как для кого, товарищ подполковник? Для раненых лучше отца родного, а для нас, я извиняюсь, хуже сатаны. А, строгий. Слишком беспощадный к персоналу, товарищ подполковник. И правильно. Вашего брата баловать, знаешь... Как зовут? Жилин. Да не тебя, вон пошла. Нина Ивановна, товарищ подполковник. Так ведь она замужняя. Тварька. Нашла. Нашла. Тебе нельзя разговаривать. Несите, несите. Шурочка, только ты осколки не выбрасывай. Слышишь? Я потом тебя заберу. Владимир Иванович, это раненый разыскивала вас. А, я забыла передать. Извините. Да, ничего. Пожалуйста. Товарищ подполковник, готово. Меня интересует, как прошла операция. Какая операция? У нас сегодня много работы. Что вы здесь герои в белых халатах. Знаем, читали. Грамотные. Но у меня вопрос конкретный. Насчет лейтенанта Степановой, Варвары. Она из вашей части? Из моего хозяйства. Осторожно. И, простите. И понимаешь, военный врач, из боя меня эту тушу выволокла. Девочка.
жизнью обязан ей. Как состояние? Температура, прочие данные? Коньячку не желаешь? Нет, нет, спасибо. Состояние тяжелое. Так. И медицина бессильна? Да нет, ну почему же бессильна? Нет ничего мне дороже ее, ясно? Сапер, говорят, ошибается раз в жизни. Я сапер, как видите, жив. Значит, не ошибался, а здесь, как мальчишка. Как же мне жить без нее после этого? Ну что? Что вы? Извините. Нервишки. Войну кончаем. Людей я потерял порядочно. А она... Если я готов на все ради нее, если я рассудка лишился, тогда как? Здорово. Извините. Но теперь все равно. Ведь она ну, не в ЗАГСе, но моя. Жилин. Ты понимаешь, военврач, моя. Жилин! Я, Жилин. Вы по вашему приказанию явился? Что-то я вам хотел сказать. Забыл, идите. Фу. Так вот. Извините, мне пора. Условия для моей раненой попрошу создать. Условия у нас для всех одинаковые. Желаю здравствовать. Раз, два, раз, два. Ты никогда больше не придешь. Я врач Варя, я обязан к тебе приходить. Обязан? Это потому, что ты меня спас? Спас это пишут в книгах. Ну, посмотри сюда. Смотри. Ну, скоро мы тебя отправим в тыл. И мы даже не успеем ничего вспомнить. А что нам, собственно, вспоминать? Например, как я собиралась стать великой актрисой. Это так смешно. Ужасно смешно, безумно. Или ты не помнишь? Ничего не помнишь. Ты был прав. Я оказалась бездарной. Я этого не говорил. Я говорил, что человек рожден для дела. Нужного людям, а не только самому себе. Да-да, я понимаю. Я решительно все понимаю. И я еще понимаю, Володя. Владимир Афанасьевич, к Раиной Степановой прибыл подполковник, сапер. Желает навестить. Нет, не надо. Пожалуйста, я вас очень прошу, доктор. Будьте так добры. Как прикажете, товарищ подполковник? По этим вопросам я не приказываю. Подожди. Ну? Скажи только, зачем ты тогда так навсегда, насовсем спрыгнул с трамвая? Такой уж я человек. Да, вот тебе на память о войне. Это осколки мины, которым тебя ранило.
Спасибо. Мы вам покажем цирк политической сатиры. Артур, покажи букет, как Гитлер хотел скушать СССР. Покажи, моя Гоя. Ну, собачка. Питер. Доктор. Да? Доктор, я вас прошу, я вас очень прошу. Никогда больше сюда не пускайте этого подполковника. Да вы не волнуйтесь, девушка. У кого не было своих подполковников? Нет. Война все смешит. Девочка, девочка. Игбенхе, я здесь. Возьми там лимон и шоколад. На столике все, что есть. Артисткам полагается. У раненых ничего нельзя брать. Только цветы. Тогда возьми цветы. Прощай, дорогой мой человек. Спасибо тебе не за меня, а за то, что ты есть. Мне очень нужно было именно сейчас во всем разобраться. Какая хорошая нынче весна. Война кончается. Прощай, Варя. Все, они вас ждали. Это лейтенант ранения головы. Все ждали, все беспокоились. Ничего не все. Не иголка, а тыщица. А вон Нина Ивановна идет. Сестра, симпатичная. Хромай отсюда.
взорвалась? Это ж рогачи взорвали. Знаю, привыкнуть не могу. Всегда мне взрывные работы войну напоминают. Сколько лет прошло, все помнится. Помнится? А что? А говоришь, ни разу сердечко у тебя по нем не забило? Ни разу. Слушай, Варька, брось ты на себя святость напускать. А по-моему, ты его просто идеализируешь. Выдумала, а на самом деле он обыкновенный. Нет, он еще лучше, чем о нем можно рассказать. Не он слишком хорош, а я слишком дурна. Да кто же он такой, этот твой, для которого ты слишком дурна? Мой. Нет, он чужой муж подружки. Дочка у него, работа. Доктор. И, наверное, он счастлив. Пап! А? Ты заобещал сказку про злую бабу-ягу. Про злую бабу-ягу я не знаю. Про добрую знаю. Добрых ягов не бывает. Бывает. Спи, Наташка. А я сплю. Здравствуйте, родственник. Возьмите чемодан и сделайте гостеприимное лицо. Фу, измучилась. В вагоне духота, мужичье махру курит, а вышла на улицу, дождь хлещет. Ни одного такси. А где моя сестра? На третий день на заседании. Ничего, мы сейчас позвоним. Скажите, моя жена все еще заседает? Устименко. Устименко. Хорошо. Володечка, а это правда, что вы себя выписали какого-то легендарного доктора? А? Да. Чудесный врач, мой старый учитель. Он, да, не понимаю, никакой конференции вообще не было? Ни в среду, ни вчера? Спасибо, значит, я ошибся. Так о чем мы говорили? О вашем прекрасном враче. А, да. Володя, у вас нет водки. Сейчас я продрог. Да. А я должна быть в этой каменке. Будь она проклята. Идут дожди, слякоть. Даже в сапогах. Да, в сапогах. А что? Нет, если в сапогах, то, конечно. Жизнь уходит. Молодость тоже. Счастье. А что такое, по-вашему, счастье? Счастье — это когда... Когда меня не учат, что такое счастье. В отпуск? Нет, не совсем. Ах, не совсем? Ну, все расспросы потом. Ты знаешь, Володя, это наша Наумова, как начала сегодня проповедовать. Да ты, кстати, с ней не знакома? Ох уж это наша любовь к заседаниям. Регламент. Ну, разумеется, каждый говорит без всякого регламента. Доклады, содоклады, прения, мнения, вопросы для справок. Даже голова заболела. Скажи только, зачем ты тогда так насовсем, навсегда спрыгнул с трамвая? Ты знаешь, Володенька, это наша Наумова и говорит, говорит, и толчет воду в ступе, и болтает языком. Ну... А потом резолюцию выносили. Да. Да, я. Сумасшедший, он ведь все знает. Ой, пусть.
Очень хорошо, что заведующий. Почему отдельную палату? Кто вам разрешил? Тише, ты забыл, дочь спит. Самому Алексею Антоновичу пускай жалуется. Сейчас я приду. Я приду. А я думала, у вас отдельная квартира. Дивно, получили квартиру. Уже собирались переезжать. Но он отказался, уступил ее своему терапевту. Пушу, что ли, или как там его? Да. Когда-то мне казалось, что я сделала из своего мужа академика. А он, видишь ли, всю свою жизнь стоит у станка. Нравственное начало, партийная совесть. А мне кажется... Знаешь, Любочка, мне кажется, он просто неудачник. Володя, Володя, у Любочки создалось очень тяжелое положение. Ты должен помочь ей устроиться здесь. Твоей больнице. Ее могут обвинить. Ну, ты же понимаешь. В одной старинной книге сказано, лекарь, покинувший своих больных, уподоблен должен быть часовому, покинувшему пост. Постой. А если Алексей Антонович лично? Что значит лично? Не понимаю. Прекрасно понимаешь. Вот ты лично выписал себе своего учителя? Вот этого Пуша. А тебе не кажется, что нам пора развестись? Нет, он никогда меня не любил. Никогда. Игорь Леонидович, я хотел... Здравствуйте. Здравствуйте. О, все хорошее. Советую вам подождать здесь. Как жизнь молодая? Ничего, спасибо. У себя, Владимир Афанасьевич? На операции. Попросите, пожалуйста, нового вашего терапевта. На полусогнутых, товарищ командующий. Отнесете белье и позовете доктора Пуша. Скажете, из горздрава. Ну да. Мой батя, контр-адмирал и герой Союза, выходит в отставку на пенсию. В народной песне как поется? Старикам везде у нас почет, так? Имеет мой старик право на бунгало? Бунгало! Эй, я говорю на хату. Здравствуйте. А? А? И это решительно? Ну что же, мерси, так сказать. Буду действовать иначе. Вы ко мне? Я доктор Пуш. Мне сказали. Ах, совершенно верно. Прошу садиться. Садись, пожалуйста. Дорогой доктор Пуш. Пуш. Павел Ульяна Шуров. Простите. Значит, прибыли, дорогой Георгий Францович. Да, и вы знаете, я очень счастлив. Здесь такая больница. Да. И главврач. Ну, Устименко. Я этим не хочу сказать, что наша больница в Никольском хуже. Да. Но воспоминания... Воспоминания? Видите ли, наш сын, единственный, был танкистом и погиб там, на Курской дуге. Витя. Там все связано с воспоминаниями. Нам с супругой необходимо было... забыть, уехать, все переменить, потому что, согласитесь, нельзя жить только своим горем. Горе горем, Георгий Францович, а дело делом. Я-то не давал своего согласия на ваш приезд. У нас на эту должность есть свои кадры. Ах, свои. Ну что ж,
Извините, срочная операция. Мы уже познакомились. Вот теперь, Евгений Родионович, можно быть спокойным за терапевтическое отделение. Георгий Франч подал мне заявление об уходе из твоей больницы по собственному желанию. Как же это, Георгий Францович? Вам не понравилась наша больница? Но я говорил, мы строим. Будет новый корпус. Георгий Францович, уже через полгода ваша большая терапия примет больных. Вы мне не верите. Георгий Францович, ну поймите, это же не фантазия, это закон. Я вам сейчас покажу. Вот минуточку, я мигом. Клава! Клава! Товарищ Степанов, ваша жена звонит дежурку. Спрашивает, дедушку отправлять в мягком? Какого дедушку? Ах, за отцом. Ну, зачем в мягком? Возьмите купированный. В купированном ему, пожалуй, будет скучно. Скажите, пусть возьмут общий вагон, плацкартный. Здравствуйте, родственник. Подождите, Георгий Францевич. А кого вы хотите назначить вместо доктора Пуша? Ее, которая сбежала из Каменки и бросила больных? Два слова. В том, чтобы Люба Вересова осталась здесь, в этом городе, заинтересован сам Алексей Антонович. Положение Алексея Антоновича не таково, чтобы он мог лично сам к тебе обратиться с этим. Но надо понимать, доктор Пуш останется здесь. Ах, на конфликт с самим я не пойду. Тогда я пойду. Мы, знаешь, люди маленькие. Уйдите, дадут нам в конце концов поговорить. Товарищ адмирал. Прошу познакомиться, батя мой, Мефодий Лукич. Степанов. Здравствуйте. Степанов. Товарищи, я хотел бы приветствовать возвращение, так сказать, родных пенатов нашего заслуженного нашего. Я попросил бы, так сказать,
это траурное торжественное заседание считать закрытым. Нет уж, если хотите выпить, давайте выпьем за корень всему степановскому роду, за батю моего, Мефодию. А где дед? Дедушка обычно предпочитает, по всей вероятности... Погоди, отец. Поставь хоть приборы Раида. Извините, мой отец оригинал. А ну, папаша, шагай за мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Да полный тебе, Родион Мефодьевич. Ступай, приказываю. Для чего им затруднение сделать, Родион Мефодьевич? Я тебе не Родион Мефодьевич, я тебе по смерти мою Родька. Ступай. Я же махорочку курю. Ступай, батя, ступай. Мефодий Лукич, да, Мефодий Лукич. Мефодий Лукич, здравствуйте. Вот, батя, твое место. Отныне и до веку. Ешь ананасы и рябчиков жуй. Давай, батя, давай. Ну, аккуратней, Родя. Родька! Ну, что это такое? Ну? А чего? Ничего, ничего. Варюха. Мой папка. Дочка моя, ну, Варюха, иди сюда. Иди. А я тебя не узнала. Ну, не плачь, не плачь. Дьявольское отродье. Варварушка. Ой, деда. Вот на. А ты молодец. И вовсе не старый, правда, не старый. Двадцатку, небось, отдала. Вот только кепочки. А что, смешно? Да нет, не смешно. Ну, ты ведь штатский, на покой. Да какой там покой, покой, покой. Помнишь, бывало, Володька, твой стих один говорил. Нам покой... И вечный бой. Покой нам только снится. О, покой нам только снится. Ну, пошли, Вадим. Да, кстати, я его еще не видал, Володька твоего. Звоню, звоню, все нету. И что с ним? Все занят. Завод «Вулкан» Парторга. Идите, идите, готовьте больного, я сейчас приду. Ефимов, поздравляю тебя. Токарь вашего завода Рыбин двойню родил. Мамаша чувствует себя хорошо. А вот отец убит. Да нет, нет. Здесь он. Выпейте, выпейте. У него есть уже двое детей. Теперь и того четыре, а комната маленькая. Не понимаете вы своего счастья. Квартиру получите. Конечно. Нет, именно квартиру. Что, что? А директорский фонд? Советская власть у нас. Говорите сами. Только на одну комнату не соглашайтесь. Приказ? Да. Рыбин. Не, так сказали, товарищ главный врач. Ага. То есть сегодня уравни. Владимир Афанасьевич, с работы снят. Батюшки свет. Такого человека, да за что же? Уволили за невыполнение приказа горздравотдела. Я вам этого никогда не забуду. Забудете. Еще жаловаться станете. Что? Я? Ну что? Извините. До свидания. Простите, Владимир Афанасьевич.
Это все из-за меня. Я, разумеется, готов. К чему? Сдаваться. Идемте. Пойдемте, Георгий Франц, пойдем. Я люблю, когда вы со мной в операционную. Ко мне? Вам. Слушаю вас. Здравствуйте, желаю, товарищ... Паша. Владимир Афанасьевич. Африканыч. Одну минутку. Сейчас. Ну, ну давай. Ну, не узнаете? Ну, 45-й год. Медсанбат. Нет, честное слово, не узнаю. Ну, а это по ранению голени. Ну, давай. Здравствуйте, товарищи, легко и тяжело раненые. Аня! Анечка! Да она же! Она, Анна Сергеевна! Уже фельдшерица, знаете, как я ее держу? Объясните, я откуда вы взялись? Да нас рукой не достать. Территория огромная, как где фраза. Карта у вас есть? Ну, это не важно. Это не важно. Как, с соседями ладишь? Ну, давай, давай. Ларит свечи вода. Был Вася, нет Вася. Помнишь? А это кто? Кто это? Кто это? Ашхен. Баба-яга наша. Мали, дружок. Сбегайте все, товарищ подполковник, а? Разгулялся. Ну, по стопочке, а. Хватит. Ну, правильно. О, как она меня, а? В ежовых. А я еще Владимир Афанасьевич ее замуж выдал. За хорошего человека. Пропал парень. Хватит тебе чепуху, малыш, что ты? Ну так как же? Решено. Едете, а? Да подожди, ты бактерия. Ну что, сам говоришь, масштаб ну, работы. Масштаб. Нужен нам такой человек, как вы. Командовать здоровьем целого края. Территория, как две Франции. И главное, Вере Николаевна тоже Маня. Будет... Маня. Ну что, и для дочери прекрасный воздух. Воздух прекрасный. Я знаю, вы любите все сначала начинать. И так, чтобы потруднее было. Но... Ну что, я и говорю, что трудностей у нас хватает. Не, ну этого хватает, трудностей хватает. Да. Так не отпустят ведь вас, а? Вот только. Отпустят. Да я ведь теперь и холостой. Как? Ничего-ничего. Холостому-то легче подниматься. Только надо мне раньше добить одно дело. До конца. До последней точки. Я вынужден обратиться в Центральный комитет. Я не позволю уволить старого, заслуженного, честного врача даже в угоду самому. Лично Алексею Антоновичу. То есть вам. Мне? Почему? Здравствуйте, между прочим. Потому что вы желаете перевести сюда, к себе, поближе, некую Вересову. Любовь Николаевну. Постой, постой. Я что-то не очень понимаю. Вы потолковее, по порядку. Ну-ну, рассказывайте. Значит, как? В театр я ее как-то пригласил. МХАТ к нам приезжал. А он, значит, из этого факта уже выводы сделал. В Каменке я с ней познакомился. На районном совещании.
Ты думал, это хорошая девушка. Трудная и одна, все храбрится, не жалуется, глядит смело. На машине до станции подвез, а она из этого... Что ж, подумал. Скрывать не стану, подумал. Довольно тебе, старик, вдоветь. Довольно одному щи в столовых хлебать. Может, и своим домом еще поживешь. Ну вот видишь, как они все обернули. Вот, к сожалению, вашим именем воспользовались. Да что мое имя, вздор. Партию пачкают. Ах ты, Люба, Люба, любовь Николаевна. Передай ей, пусть больше мне никогда не звонит. Я человек мало легкомысленный и вспыльчивый. Вот так. Здравствуйте. По вашему приказанию прибыл. Вы что, военный? Ну, с личным вопросом все. Теперь о тебе. Тебя-то ведь тоже уволили. Вот нынче письмо получил. Целая петиция от бывших твоих больных, от санитарок, сестер. Протестует против твоего увольнения. М? Разумеется, останешься. Когда восстановят, попрошу отпустить. Обиделся? Да нет, ну что обижаться. Просто мне уж тут... В общем, зовут меня на далекие земли. На новые места, вот сюда. Территория, как две Франции. К Лобанову? Ха. Перехитрил, значит, он меня. Ну, с другой стороны, конечно. У них территория, размах, масштаб работы. В кабинете не посидишь. Да это я знаю. А наука? Диссертация, кандидатская, докторская? Хватит пока и без меня диссертации. Значит, солдата труба зовет. Уедешь, значит? Надо. Решил все с самого начала начинать. С самого начала. Понимаю, понимаю. Ну что ж, передай привет Лобанову. Хорошо. Я ему о тебе напишу. О, не надо. Ты гордый? Да нет, просто как положено. Тогда прощай, солдат. Прощайте. Как же выходит ваш дом? Нам обещали его дать весной, после ремонта. А мы все ждем, мы ждем. У нас кружки, хоровой, драматический. Спортивный. И мы хотели, чтобы вы... Ну ладно, ребята, идите, я выясню. Пошли. До свидания. До Вам не тесно тут жить? Что? Я не понимаю, отец. Я по-русски спрашиваю. Квартира не маловато? Жилплощади хватает? Ну, сейчас вы увидите небо в алмазах. Вы свободны. Дайте воды попить. Сейчас, папочка. Ты.
Что там? Осторожнее. А вы посмотрите на просвет. Что на просвет? Там же корона. Буква Н и римская 2. Ну? Ах, пап, какой ты недогадливый, радуйся. Из этой плошки сам царь Николай кушал водку. А теперь нас Женечка купил по случаю. Времени у него много, на работу ходить не надо. Салют нации. Папка. Мы монархию! Беляков! Всю мировую сволочь били, чтобы ты... Папа! Чтобы ты из этих стаканов, чтобы дом у ребятишек отобрал. Отвечай, шкурник, отвечай, потому что я... Ты честь мою, коммуниста, мужика, имя мое. А что произошло? Ну, не угодили, извини. Уедем отсюда. Сейчас же, сейчас же. Ты только успокойся, не волнуйся. Ничего, ничего. Все в порядке, ничего. Прошу вас завтра же очистить это помещение. Ясно? Извините за шум. Я виноват. Я. И не спорь, Варька. В чем, папа? В чем, в чем? Воевал, потом кораблем командовал, потом дивизионом. А Женька? Что я для него сделал? Ты же учился, потом других учил. Матросов там на своих пароходах. Да не на пароходах, на кораблях. Ну, на кораблях, конечно, на кораблях. Нет, чего-то Женька главного не понял в жизни. Не понял, для чего человек живет на свете. А ты-то понимаешь, для чего живешь? Мы когда-то с Володей много об этом думали. Когда-то. Родион Мефодьевич. Ушел от своих. Прошусь временно угловым жильцом. Пусть в кубрик. Пожалуйста, конечно. Пожалуйста. Раздевай. А здорово ты моего Женечку тряхнул. Да ты не смущайся. Я сам по нем нынче с главного калибра так дал, что теперь уйти пришлось. Ну, пожалуйста, живите на весь. Место вдоволь, я теперь один. Только дочка в гости приходит. И моя дочка ко мне тоже в гости будет приходить. Живой, хирург. Здравствуйте, здравствуйте, Родион. Пожалуйста, проходите, вот прямо, я сейчас, мигом. А вы кто? Кто, я? А вот он я. Разве вы вождь? Почему вождь? Я матрос с Авроры. С какой Авророй? Ну, корабль. Корабль в мое время так назывался. Теперь его, конечно, называют легендарный. Так что я тоже теперь легендарный. История. Вот ты со мной запросто. А я эпоха. Вот, брат, какое дело-то. Дедушка, почему вы плачете? Что ты? Что ты? Это все от безделья. Люди помирают, потому что ложатся. От безделья, от безделья. Новое слово в науке. Нет, ты ответь. Ты видала когда-нибудь стоящих покойников?
Я пойду. Куда? Сиди. Да неудобно мне здесь, папа. Ну, а чего неудобно? Ты ко мне пришла, понятно? Да нет. И потом экстренные сообщения. Я нанимаюсь на работу. Как? Молчи. Учителем. Как-никак академию окончил. Да и за сыночка, за Женечку тоже расплатиться надо бы. Эх, варюха. Выстроить дачу, да окуньков ловить. Скучно. Да и партбилет бледнеет от такого времяпровождения. Да не смейся. Это Володька твой иногда любит говорить. Виделись? Нет. Глупая ты девка, Варвара. Папа, перестань. Перестал. Тем более он идет, слышь, хромает. Не бледней. Боже мой. Ну, знакомить вас, что ли? Нас не надо знакомить, да, Володя? Мы очень давно знакомы. Да. Мы знакомы целых 11 часов. Неужели мы бродим 11 часов? Да. Если мы сейчас же не пообедаем, то умрем с голоду. Значит, умрем. Второй час ночи. Все магазины закрыты. Ну и пусть. Ой, Боже, как я похудела с утра. Граждане, вагон идет только до вокзала. Ой, наш доктор. Здравствуйте. Я вас сразу не признала. Какой ты, оказывается, знаменитый. Ну, еще бы. Ты ее лечил? Граждане, будьте добры, вагон идет только до вокзала. Слушай, в вокзале же есть ресторан. Повторяю. Граждане пассажиры, камера хранения на... Товарищ! Так, держи. Товарищ, можно вас на минуточку? Меню посмотрите, как звучит. Два борща, два вторых с жареной картошкой, можно? Ночь, мадам, кухня не работает. Понимаете, мы с самого утра ничего не ели. Могу предложить холодное. О, давайте. Постойте, только всего самого лучшего. Вы знаете, какая я богатая? Я получила много денег, а завтра кончается отпуск. Веселый у вас супруга. Слышь, супруга. С ума сойти. Горчички, пожалуйста. Буфет! О чем ты думаешь? О тебе. А что ты думаешь? Ты же знаешь. Я хочу, чтобы ты не огорчался больше. Я хочу, чтобы все люди знали, какой ты хороший. Вот я возьму сейчас, влезу на стол и объявлю всем людям во всем мире, что ты... Ну, влезай. Володька, я в самом деле влезу. Ну? Граждане, пассажиры! Ешь курицу. Вы слышали, товарищ официант? Он сказал, Варюха, не отдайте, пожалуйста, книгу отзывов и пожеланий, мы запишем вот это. Ешь, ну и супруга у вас. Даже в цирк ходить не надо. А он ходит. 20 лет ходит. Всюду ходит. И без меня. Не понимает глупый, старый, седой человек, что мы ведь в конце концов умрем. Внимание! Платформа номер 4 производится посадка пассажиров на скорый поезд номер 4.
номер 11 до станции Куйбышев. Я не плачу. Ну, разве можно стыдиться любви? Да еще когда человек уезжает. Какой человек? Я человек. Ну? И я завтра уезжаю. Очень далеко. Разве ты не знал? Я геолог, Володя. Правда, я ничего не открыла. Но знаешь, там, где я работаю, я думаю, никто ничего не откроет. Но я добросовестная. И ты знаешь, это тоже счастье быть добросовестной. У меня ведь тоже есть дело, которому я служу. Что ты молчишь? Куда ты смотришь? Нет, нет, ничего. Так показалось. Что показалось? Шампанское кончилось. Пожалуйста, портвейн. Прошу. Я ниже подписавшихся много налетал километров за эти годы, чтобы найти одного из вас, не будем уточнять, кого именно. Это, наверное, тебе. Случай помог мне увидеть вас. Рад вашему нерушимому счастью. Не поминайте лихом глупого инженера, который упустил жар птицу. Козырев. На всякий случай сообщаю адрес. Какой на всякий? Это, наверное, мне. Встречай, девушка, идет твой скорый.